Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на стадионе Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова. Футбольное поле номер 4 станет местом арены битвы в матче с участием команд Академии Родины, Академии футбола имени Юрия Коноплева, Академии Акрона в матче юношеской футбольной лиги через знаменитые фразеологизмы, которые действительно актуальны и сейчас. Во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях. Со штрафного удалось отличиться Магомеду красивейшим образом. Родина выиграла 2-0, достаточно уверенно по результату и по игре. Амаров, герой того поединка, сейчас уже внутри штрафной площади. Это пенальти. Это пенальти. Против Краснодара реализовал пенальти Амаров, сейчас зарабатывает. Лучит свисток, Амаров разбегается, берет небольшую паузу и... Это сейв! И действительно, очень уверенно действует в воротах этот 16-й номер. Атакует Родина, Шарапов бьет! Занимает позицию на поле такого латераля на правой бровке. Ну а сейчас нужно поспеть обратно. Атакует Акрон. И здесь прострельная передача вдоль ворот. Опасный момент. И 1-0. Открывает счет. Акрон оборонялась командой. Классно решил эпизод. Штрафный удар. Бьет. В данном случае Арвачан. Будет добивание. И Росляков. Стандартом на стандарт отвечает команда. И видим, насколько хорош в этом эпизоде Росляков. Халибегов. Мяч под левой. Оставляет пяткой красиво на Смирнова. И тот забрасывает мяч. И Никита Смирнов. Ну вот такой изобразил. Второй номер. Сергей Павлов. Атакует Акрон. Опасный момент. И 2-0. Счет становится. Посмотрим еще раз. За этим ударом без шансов. Нужно быть аккуратнее. Сергею Аверьянов обокрал защитника. Адресует мяч на дальнюю штангу. Бьет Амаров. По ходу этого матча мы об этом упоминаем. Обокрал Аверьянов. В данном случае Дениса Халахина для Академии Родины. Передача. И здесь все же 0-3 или 3-0. В зависимости от того, кого вы поддерживаете, нашел свой шанс Максим Уржумцев. Где-то не всегда он справлялся с защитниками, где-то не всегда справлялся с офсайдной ловушкой. Но каков... В данном случае Рыжков, да, шестой номер, мне кажется, здесь передачу с фланга выполнял. Он будет бороться за каждый мяч. А сейчас получает передачу Павлов. И решать эпизод Сергея. Да, есть гол! Страсти закипеть. Видим то, что как Павлов принял мяч из глубины. Убрал легко, непринужденно на замахе. Подача Смирнова. Отбивается Акрон. И звучит финальный свисток. В данном матче у нас есть победитель. И им становится Акрон Академия футбола имени Юрия Коноплева. 3-1.